Итак, всем привет, это Gadget X. Недавно ряды смартфонов BlackWave расширила новая модель BV9000 Pro. Это защищенный аппарат, выполненный по стандарту IP68, который не боится погружения в воду. Также в нем сочетаются главные фишки последних лет: широкоформатный дисплей с соотношением сторон 18 к 9, двойная камера и емкий аккумулятор. Ко всему прочему, смартфон получит функцию разблокировки с помощью сканирования лица. BlackWave BV9000 Pro имеет достаточно для защищенного смартфона тонкие рамки вокруг дисплея. Экран диагональю 5,7 дюйма получит вытянутую форму и прикрыт закаленным стеклом Gorilla Glass 5 поколения. Аппарат оснащен 8-ядерным процессором MediaTek Helio P25 с максимальной частотой 2,6 ГГц, графический ускоритель Mali T880, 6 ГБ оперативной памяти и накопитель на 128 ГБ. Встроенный аккумулятор емкостью на 4180 мАч поддерживает технологию быстрой зарядки с помощью блока 12 вольт 2 ампера. Двойная основная камера с сенсорами на 13 и 5 мегапикселей способна делать фотографии с эффектом 3D. В январе для BlackWave BV9000 Pro выйдет обновление программного обеспечения, установив которое пользователи получат доступ к функции разблокировки с помощью расканирования лица. После единоразовой настройки нужно будет лишь посмотреть на смартфон, чтобы разблокировать его. Также производитель обещает провести оптимизацию и особенно по части энергопотребления, чтобы улучшить автономность гаджета.